В прошлом году здесь были верблюды, в этом привезли слона. Не знаю, будет он яблочки есть или нет, банан я кстырил. Иди сюда. Будешь? Ай, уронилась. Это цирковая слониха на пенсии. Ей или за 40, или за 50. Их тут две, ой, пардон, выпускают их по очереди. Так, сейчас я достану тебе еще сушек. Ты ж мне всю руку намочила. Так, только чур пальцы не жри. Оп. А потом они болеют. Нельзя печеньки. Бублики можно что-то? Овощи и фрукты. Почему? Сказали, что на сушке очень любят. Антон, зачем ты ему чистишь-то? Он может... Его так отдавать.